У нас проходят плодотворные встречи, ежедневно мы проводим по 2, 3, иногда и 4 встречи с еврофункционерами, с депутатами парламентской ассамблеи. В основном лейтмотив наших встреч посвящен давлению власти на оппозицию. Естественно, обговариваем и наличие политзаключенных в нашей стране. Абсолютно все присутствующие на этих встречах со стороны парламентской ассамблеи настораживает факт того, что происходит в Республике Молдове. Они говорят о том, что им известны эти проблемы, которые существуют. Например, председатель, еврокомиссар по вопросам по правам человека, он говорил о том, что в ближайшее время, это предположительно в конец сентября, начало октября, он посетит Республику Молдова и проведет более обширную встречу, на которую пригласил нас. На сегодняшний день власть использует абсолютно все рычаги давления на нас. В частности, нам известно, что на меня выписан ордер на арест, и вполне возможно, что по прилету в Кишинев я буду арестован. В этой ситуации они используют абсолютно все методы для того, чтобы поменять наше мнение, заставить нас не высказываться негативно против действий нашего захваченного государства. Поэтому такие ситуации существуют, и они вполне возможно будут существовать, и мы не можем ничего сделать, кроме как обговаривать вмешательство парламентской ассамблеи, депутатов Совета Европы на те действия, которые происходят в Молдове.